Сегодня 26-й день после проведения операции гастрошунтирования. Подпишитесь, у меня все об операциях для похудения. На завтрак вот такая молочная каша, 5 злаков с клубникой и бананом. Слушайте, хотела вам показать, кофта все-таки висит. Смотрите, была прям в облепончик. На обед пропустила через блендер суп с курицей и овощами. Кстати, это супчик, который я сама готовила дома, домашний. Только через блендер пропустила. Я уже сегодня вышла на первый день на работу. Чувствую себя отлично. Все-таки дисбуталин мне помог. И у меня перестал болеть желудок. Температуры, кстати, тоже нет. Блин, капец. Моему возмущению просто нет предела. Я не могу есть домашний суп. Суп из курицы и из овощей. Что там такого? Уже вчера через блендер все пропустила. Сегодня ем, а опять у меня вышло все обратно. Ну что у меня, на мясо аллергия, что ли? Или я не понимаю вообще, что случилось. В обед я выпила протеиновый коктейль. Мне хватило достаточно надолго, часов, наверное, на 5. На полдник шоколадный молочный коктейль. На ужин картофельное пюре с плавленным сырком. И на поздний ужин будет фруктовое пюре из морковки.